Московские школы вошли в десятку лучших в мире по грамотности и знанию математики. Позади в рейтинге остались и американские школы, и школы большинства европейских стран. Что нам удалось за эти годы везде, в Москве, повысить в 2-2,5 раза качество образования? Нам тогда приходилось туго. В Бибере у нас был один победитель Всероссийской олимпиады школьников в 2010 году и один призер. Сейчас у нас несколько десятков победителей Всероссийской, Московской олимпиады школьников. Это уже другой уровень. Оглянитесь вокруг. Какие вам корпуса понастроили? Какие газоны разбили? Парники, цветники, мероприятия. От вас что требуется? Выбрать московской семье, учиться ли ребенку в кадетском классе, в медицинском классе, в инженерном классе, по индивидуальному учебному плану, для того, чтобы строить свое будущее. Ваше будущее в ваших руках. Сделайте его счастливым для вас обоих. Мы же сейчас прощаемся. Хорошей недели и до встречи в следующее воскресенье.